Воронежский парк «Дельфин» стал самым быстро развивающимся городским пространством. Об изменениях, которые уже произошли, и о грядущих событиях, побеседуем этим утром с нашим гостем. У нас в студии Эдуард Толоконников, предприниматель, концессионер парка «Дельфин». Эдуард, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам этим утром. Очень хочется у вас спросить, что было самым сложным за время преобразования парка «Дельфин». Вот в этой работе, в масштабной, которую вы ведете, что было для вас самым сложным? Сложное, скорее всего, было понять, что хотят видеть люди в этом парке, что хочу видеть я в этом парке и что в результате получится. Ну, у предпринимателя очень важно видеть конечный результат, чтобы к нему идти, видеть цель. И, скорее всего, вот увидеть эту цель было самое сложное. Но вы сказали, что одно из таких главных направлений – это узнать, что хотят люди. А вы разговаривали с людьми? Были какие-то исследования? С первого дня у нас были обсуждения с людьми. Актив с жилого комплекса «Дельфин» приходил в парк, рассказывал то, что они хотят. И я думаю, что мы правильно учли все. Ну вот прежде чем начать потом воплощать в жизнь этот проект, эту идею, вы верили в ее успех как предприниматель? Или точно так же, как многие, да, кто начинает какой-то новый проект, думает, эх, рискну, была не была? Вижу цель, к ней иду и, естественно, верю, иначе зачем идти? Ну, хочется узнать теперь о цели, потому что вы говорили, что вы видите этот конечный продукт, конечный результат. Парк «Дельфин» постоянно меняется, там каждую неделю какие-то новые объекты появляются, новые изменения. Вот конечная цель парка «Дельфин» для вас какая? Конечная цель – это лучший парк города. Но он и так уже, по-моему, лучше. Это парк для событийное место городское, в котором будет постоянно большое количество людей. И ну, у нас нету парковой культуры, которую вот через парк «Дельфин», через какие-то другие места надо будет развивать. То есть люди получать должны на этой территории то, что им нужно, чтобы они приходили, чтобы они хотели туда приходить. Это парк зимних развлечений, это парк для каких-то спортивных мероприятий, для фестивалей и так далее. Тот вид, который сейчас парк имеет, он был в проекте или появляются какие-то вещи, когда вы где-то путешествуете, увидели, о, вот я хочу, чтобы в «Дельфине» появился вот этот объект? Я с самого начала зонировал, эмоционально зонировал весь парк, и потом, когда я путешествую по Ютубу, я какие-то интересные вещи для себя замечаю, естественно, их проецирую на парк. А сейчас загрузка парка насколько произошла уже? Насколько это колечко загрузилось до окончательной вашей цели? Я думаю, что сейчас, ну, простите меня, сейчас, наверное, процентов на 50. Серьезно? Но этот процент, ну, вот от того, что я хочу. И этот процент, он может увеличиваться, а может уменьшаться. Уменьшаться, если мы ничего не будем делать, и увеличиваться, если мы поторопимся. Там работы очень много, и ну, видно, что он меняется, и будет меняться дальше. А самое интересное, знаете что? То, что, скорее всего, он будет меняться и через 5-10 лет будет меняться постоянно, чтобы быть интересным. Мне очень интересно еще узнать, как вы реагируете на вандализм, который периодически проходит. Да, потому что, когда открылся парк, все очень обрадовались, все стали там фотографироваться, выкладывать все эти прекрасные объекты. Вот, потом появились люди, которые стали разрушать и пирс, и выкапывать туи. Вот ваша личная эмоциональная реакция на это какая? Спокойная реакция. И, ну, с одной стороны, я не могу сказать, что я с пониманием к этим людям отношусь. Они делают плохо. Но при этом, при всем, хочется создать среду, где люди не захотят выкапывать туи, ломать что-то. Хочется, чтобы люди увидели, что это делается для них. И им просто не захочется этого делать. Но эта воспитательная работа эффективна? Да, она очень эффективна. Последние несколько дней в интернет-пространстве появляется красивая картинка с бассейном. Это смелый шаг. Как вообще на это решились? Там очень простая эмоциональная история, опять же, вот про зонирование эмоциональное. Дело в том, что рядом с парком есть небольшой пляж, на этом
в этом водохранилище купаются дети, им очень весело, мне не очень весело на это смотреть, угу. потому что вода грязная, и хотелось что-то поменять. Вот что-то поменять, это как раз идея вот этого бассейна, чтобы дети купались в чистой воде. Вот, в принципе, это основная идея, которая была, когда мы проектировали его. То есть ему где-то 2 года, этому бассейну, мы шли к этому, мы хотим его сделать. Но ему быть? Он будет, мы его летом этим будем эксплуатировать. А, уже эксплуатировать летом. Беспощадно. Это будет веселое время, мне кажется. Опять нужна будет воспитательная работа. Конечно. Там вся площадка, там 20 на 30, будет контроль за этой площадкой. А, ну все-таки будет, потому что будет. Вот эта толпа людей не подконтрольная. Ну не будет там толпы. Ну так можно сказать про любой объект парка, что там бесконтрольная толпа людей там зайдет в беседку, беседка сломается. Угу. Ну нет, мы смотрим за всем. Вы, мне кажется, по темпераменту очень спокойный человек. Может ли такой спокойный человек быть таким амбициозным? Но этого человека внутри все. Вся буря внутри? Да. Какие еще изменения ждут парк, помимо бассейна, вот в этом году, давайте так? Хочется что сделать? Хочется сделать парк летом для детей. Хочется сделать летний детский лагерь, чтобы родители с утра привозили детей, а вечером забирали. Для этого нужно сделать... Вот этим летом я, возможно, не успеваю, но следующим это будет точно. Это будет детское кафе, которое будет способно накормить большое количество детей. Это будут крытые спортзалы, которые будут, ну, не будем зависеть от погоды. Спортивный, танцевальный зал. Это будет зал киберспорта, тир. То есть, а где вы это все там разместите? А там такие кусочки земли есть, они кажутся пустыми, и туда отлично все встанет. Между соснами? Они уже вот те объекты, про которые я говорю, они здесь со стороны берега. Это где елка стоит у нас. Но это лагерь одного дня. Это лагерь дневного пребывания. Это дневного пребывания, где можно приезжать каждый день. А вы лично сами инспектируете, ходите, все смотрите, каждый наблюдаете. День. А для чего вам это нужно? А это моя, так сказать, ответственность, моя совесть. Если что-то будет там плохо, в первую очередь скажу, что плохой я. Не будет контроля, поэтому все развалится. Это не совсем контроль. Это вовлечение большого количества людей, предпринимателей, которые у нас там есть, вовлечение в этот процесс. И я больше занимаюсь вовлечением, скорее всего, чем контролем. А они уже занимаются контролем. А какой объект в Воронеже еще, на ваш взгляд, требует вот такого пристального внимания, которое вы оказываете дельфину? Что бы еще хотелось? За что бы еще взялись бы? Да. Любое общественное пространство, которое требует изменений. Ну что, вот прям две руки чешутся, когда вы едете или идете мимо и думаете, эх, вот тут бы я... Душа болит за парк Танаис. Был на днях, посмотрел, все очень плохо, очень темно. И, я думаю, что люди заслуживают там красивого большого парка. Ну, возьметесь. Сейчас, дельфин, до конца проект довели и за Танаис. Ну, как вот до конца доведу и за Танаис. Хорошо, спасибо вам большое, Эдуард, за сегодняшний визит, за интересную беседу. Спасибо. Будем следить за изменениями, которые вы делаете в нашем городе. Спасибо за парк. Спасибо. Напомню, этим утром у нас в студии был Эдуард Толоконников, предприниматель, концессионер парка «Дельфин». Наше утро вместе продолжается.